На самом деле все очень просто. Мить. Да. Да, для некоторых может показаться, что 18 миллионов рублей за городскую елку дороговато. Ну, подумайте, почему это? Спил елки в Кемерово делается по уникальной технологии. Сначала делается небольшой спил. Потом несколько распилов. Потом еще один спил, потом большой распил. А потом лесники идут в лес, находят елку и рубят уже ее топором. 18 миллионов рублей. Финансовый университет.